Александр Лукашенко 11 и 12 ноября совершит официальный визит в Австрию. В Вене пройдут переговоры президента Беларуси с федеральным президентом Австрии Александром ван дер Белленом. Лидеры стран обсудят продолжение торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, которое уже находится на достаточно высоком уровне. В центре внимания будут и политические вопросы, ситуация в регионе и мире, взаимодействие Беларуси с Евросоюзом, в том числе в формате восточного партнерства. Президент Беларуси в Вене проведет также переговоры с председателем Национального совета Австрии и в формате рабочего ужина встретиться с председателем Австрийской народной партии, депутатом Нацсовета Себастьяном Курцем. Одновременно с визитом главы государства в Вене будет проходить австрийско-белорусский бизнес-форум, в котором примут участие деловые круги стран, включая представителей крупного бизнеса. Также во время официального визита в Австрию будет подписан ряд двусторонних документов и бизнес-соглашений о развитии сотрудничества по различным направлениям.